Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство KTS-53. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек приложений на данном устройстве. Итак, для этого мы заходим в приложение настройки, после чего проходим в раздел приложения. Приложение уведомления. Выбираем «Показать все приложения» и нажимаем на три точки в правом верхнем углу. После чего нажимаем «Сбросить настройки приложений» и нажимаем «Сбросить». И таким образом сбрасываем настройки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.